Президент вчера с экрана улыбнулся мило в тот момент, как я его вишней угостила. Вишневое настроение на берегу Волги. Герой дня – ягода, которую в 30-х годах прошлого века вывел местный селекционер Алексей Бещев. Теперь этим необычным сортом гордятся все ширяевцы. Вишня, она везде вишня, но у нас особенная вишня. Называется она Бещевская. Вишня очень вкусная, сладкая, сочная, но произрастает она только на известковых почвах. В Ширяево самый вкусный праздник – праздник вишневого пирога. Хозяюшки со всей области собрались на берегу Волги и похвастались своими кулинарными достижениями. Аромат вишневых пирогов наполнил сельские улицы, а гости праздника с удовольствием пробуют шедевры кулинарного мастерства с очень поэтичными названиями. Вишневые фантазии, вишневые песни, вишневый ренессанс. Здесь много слоев. Мы начинаем с лимона. У нас яблоки с ванилью и, естественно, вишня с корицей и с ядрышками абрикосов местных. И саморепы. Вишня у нас особенная, бещевская, выращенная специально для этих мест. От всех болезней самая крупная вишня. Вишневый день календаря жители губернии празднуют уже в шестой раз. Фантазия неистощима. Царь-пирог 2 на 2 метра и более 30 пирогов стандартных размеров. Все выпечено по уникальным фирменным рецептам. Марина Матвеевична, Алексей Золотенков. ГИС «События».